это не собака, это чудо. У кого еще так собака спит? Нет, ладно, на подстилочке, на подушке. Ну да. Мы просто нужно, чтобы у него голова была выше. Он не может быть эта голова выше. И знаешь, в чем прикол? Когда вот я кинула эту подушку на одну, положила, да? Угу. И он сам сюда забрался. Все, спит, да? Угу. У него это тихий час. Не шуми, видишь, собака спит. Когда мы уходим, куда-то уезжаем, потом я захожу, он всегда отсюда бежит, это значит, что он здесь спит. Он не будет у порога спать. Он не сможет на ровной поверхности спать. Ему нужно, чтобы тут подушечка была. Так ему и одеялко уже для полного счастья сделай. Не, не надо одеяло. Да, это вот сколько вот он с нами, этой подушечки. Не знаю, сколько лет этой подушки? Нет, этой подушки в больнице лежала. Мне ее привозили. Да, тебе подарили эту подушку. В итоге Дерек у тебя ее отработал, да? Эх, этот, скажи, Рушан, разбудил. Дай. Моя подушка, моя подушка. Он сейчас сонный. Дай, моя подушка. Моя подушка, Дерек. Обалдеть. Ну, Дерек, дай, моя подушка. Он сейчас просто без настроения. А так он прям рвет за нее. Чего? Залезь на нее сверху, ляжется, и все. Тепленький, такой тепленький. Не, он эту подушку никому не отдаст. Сейчас он что-то без настроения. Что-то случилось, наверное. У него на погоду тоже бывает. Ну, все-таки старенький уже. На погоду бывает, потому что головка болит. Погода портится и тоже сказывается. Старичок. Ты зёйка такой. Лапки надо уже подстричь. Угу. Чего он трёт глазик? Может, попало? Нет, просто... Попа свалилась, Дерек, управляйся. Ну все, наконец-то. Кристинка тут порядок наводит. Я это сделала. Ну так, чуть раскидала. Попу поднимай, Дерюш. Ты моя зайчка. Ты зайка такой хороший. Что там грызет? Кто-то грызет. Ой, давай, поднимай. Куда? Что случилось? О, это что? Это у меня, видимо, из кармана выпало, блин. Салфетка. Отдай сюда, а. Патриот. Блин, какой. А ты сразу вот сюда, в тележку, в это, мусор. Так, ребят, достань тебе. Патрик. Ты что меня за лапу хватаешь, а? Макса тоже надо погладить, он смотрит на тебя. Макс. Патрик. И ты, хрюшка мой, хрюшка, а. Все. О, подожди, сейчас еще покажу. Сидят. Мама с дочкой. Мама с доченькой, да. Если заходила. Они раньше такие диковатые были, убегали, а сейчас прям это сами в руки тянутся. Бегут прям. Патрик, ну только, пожалуйста, ну не прыгай, Патрик. Патрик, ну пожалуйста. Но... У нас батарейка, как обычно, садится. У нас уже эта камера, она у нас уже не держит просто. Да, аккумулятор быстро, да, садится? Да, вообще быстро садится. Патрик, иди сюда. Патрик, иди сюда, иди сюда. Они такие короткие. Да, по 20 килограмм. Серьезно, я думала, они длинные. Нет. Они же еще это, растянутся, корсетка. Не, ну понятно, что растянутся. Блин, а как их пересекать? Просто я-то думала, что они подлиннее.
Тут надо вдвоем, мне кажется. Наконец-то мы купили это. Ну я думала, они. Ну да, растягивается. Растягивается, растягивается. Ты чего? Они в такой сетке заодно и просохнут лучше. Да. О, сколько орех. Блядь. Почти мешок. Кто уходит? Никто, это... А, Макс, а еще где у нас орехи были? В мешке. В мешке? Да. Кстати, надо что-то ведром, оно прям мокрое в шатом. Я не знаю, масло, наверное. Это масло. Ну, тоже мешки? Да. Отсюда тоже, да, утаскивать? Ну, да. О, и все, и больше нету? Ну, и корзинки две. Где корзинки? Вон на столе лежат. А, я и думаю, что так мало. Все, поняла. О, знаешь, как я сейчас делаю? Надо из мешка в ведро, а из ведра в мешок. Вот и все. Так, сразу он там гнилой есть. А, пустой, видишь? Вижу. Это интересно, не сейчас их уже оприходовали? Да нет. Что, может, все-таки сдадим? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Да, орехи надо есть. Надо просто как-то привыкнуть к ним, да, чтобы их... Либо как-то взять один день потратить на что, наколоть их там. Да зачем их столько колоть? Их, видишь, их покушать, допустим, взял, поколол себе там 5 штук. Захотела, допустим, я там это... Стоп, там же есть эта веревка в мешке. Да какая она веревка? Она, мне кажется, ничего не... Ее прям за нее тянешь, и она фиг завязывается. Ну ладно, завязывай так раз. Пусть сюда еще можно насыпать. Да нет, мне кажется, уже не выдержать. Боюсь, не выдержать. Все, клапан подвешивать. Ну, сейчас надо будет придумать крючки. Давай. Хотели сперва в потолок вбить гвозди, но здесь смотрите, какой потолок. Вот здесь был только что вбит гвоздь. Рушан его легко вытащил. Ага. Так что лучше мы повесим к стене. Надо, знаешь, чем мне пойти? Я сейчас метелочку возьму. А где наша метелка? Сейчас я найду. Смести хочешь? Ну да. А вот, вот. А, есть. Патрик. Ага. Угу. А вот это вот люстра, светильник, или что это такой плафон, ага, висит? Он тебе нужен? Чем ты его сам повесил? Ну, я его, может быть, курям повешу. А. Да мы зачем? Туда просто лампочку. Рушан. А ты что, поверила? Да. Все? Да. Фу, находил. Что ты кушаешь? А, кость грызешь. И Патрик тоже грызет. Все, друзья, решили мы, пока солнышко у нас, повесим на забор, вот где солнце. У нас получилось 3 мешка. Так, вот он, еще один мешок. Вот он. И вот сюда надо какой-то гвоздик или как-то повесить, я не знаю. Здесь вот солнышко пока днем, дождей нету. А что ты хочешь? Сейчас, 30 секунд. Ага. Я от Рушана предлагаю, говорю, на бетонке стоит вроде бы. Бетонка тоже горячая, теплая. Но я говорю, пусть так стоит, пока на солнышке. Вот как раз сюда можно было по мешку. Ну или так вот Рушан повесил. Только когда дождь пойдет, лишь бы не забыть про орехи.
Ой, а шифер не вывернет, Руш? Не вывернет, он нагрузку не дает на шифер. Чтоб шифер не лопнул. Не лопнул. Класс. Все, пусть сохнут, да? Угу. А когда будет уже это, к вечеру уже, мы будем туда заносить, да? Когда солнце уже не будет, мы уже занесем. Вообще, в идеале, гараж. Конечно, было бы на кровати, на сетке сушить. Ага. Но все-таки их нет кровати. Ну ладно, ничего страшного. Все? Ну, на следующий год что-нибудь придумаем получше. Угу. Так, поставлю пока я Рушану пельмени сварю на обед. А потом уже будет у нас и суп готов. Я думаю, достаточно будет, потому что скоро будем кушать супчик. Это пельмешки, мы берем классические. Они продаются в Магните. Так, сколько у них килограмм стоит? Цена за килограмм 99 рублей. Но они были по акции, мы их подобрали. Они у нас были по акции. Думаю, немного отварю, перекусит, а там дальше уже пойдет уже суп.